Здравствуйте! Тема урока – особенности строения и свойства молекулы азота. Аммиак, соли, аммония. Сегодня на уроке вы научитесь объяснять низкую химическую активность азота на основе строения молекулы. Научитесь составлять уравнение реакций, характеризующих химические свойства газообразного аммиака и его водного раствора. Рассмотрим строение атома азота. Азот, порядковый номер 7, заряд ядра плюс 7. Элемент второго периода имеет два энергетических уровня. На первом уровне 2 электрона, на втором уровне 5 электронов. Электронная конфигурация 1s2, 2s2, 2p3. Валентные электроны – это электроны второго энергетического уровня. Степень окисления азота – минус 3, 0, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Молекулярная формула азота N2 образована из двух атомов азота. Атом азота имеет на внешнем энергетическом уровне два спаренных s электрона и три неспаренных p электрона. Неспаренные электроны образуют общую электронную пару. Между двумя атомами азота образуются три электронных связи. Тройная связь образована одной сигмой и двумя пи-связями. Образуется при перекрывании PX-PX орбиталей, образуется сигма-связь. При перекрывании PY-PY и PZ-PZ образуется пи-связь. В молекуле азота ковалентная неполярная связь. Азот – простое вещество. В воздухе содержание азота до 78%. Газ без вкуса, без цвета, без запаха, малорастворимый в воде. Температура плавления – минус 210 градусов по Цельсию. Температура кипения – минус 196 градусов по Цельсию. Химические свойства азота. Обратите внимание, между атомами фтора – одинарная связь. Энергия связи – 151 килоджоуль, деленная на моль. Между атомами кислорода – двойная связь. Энергия связи – 494 килоджоуль, деленная на моль. Между атомами азота – тройная связь, энергия 942 килоджоуль, деленная на моль. Для разрыва связи между атомами азота требуется большое количество энергии, поэтому азот малоактивен. Азот в степени окисления 0 может как повышать степень окисления, так и понижать. То есть он может являться восстановителем, повышая степень окисления, либо окислителем, понижая степень окисления. Азот – окислитель с элементами, которые расположены ниже и левее в периодической таблице. Азот реагирует с металлами, азот реагирует с литием при комнатной температуре. С другими металлами азот реагирует при нагревании. При нагревании реагирует с магнием. Между азотом и водородом реакция протекает при условии температуры, давления и катализатора. В этом случае образуется аммиак и выделяется тепло. Азот. Восстановитель с элементами, расположенными выше и правее в периодической таблице. Обратите внимание на уравнение реакции азота с кислородом. Реакция протекает при температуре 2000 градусов, либо в природе при разряде молнии.
В ходе реакции образуется монооксид азота. 2НО минус Q. Поглощается тепло. NH3 – молекулярная формула аммиака. Как образуется аммиак? Атом азота имеет два спаренных S-электрона и три неспаренных P-электрона на внешнем энергетическом уровне. Три неспаренных P-электрона являются валентными и образуют связь с тремя S-электронами трех атомов водорода. Таким образом, образуется молекула аммиака NH3. Химические свойства аммиака. Для аммиака характерны реакции. Первое. Без изменения степени окисления атома азота. Реакция присоединения. Образование иона аммония NH4 плюс по донорно-акцепторному механизму. Второй тип реакции. С изменением степени окисления азота. Реакции окисления. Обратите внимание. В соединениях, если степень окисления азота отрицательная, минус 3, азот только восстановитель. В соединениях в степень окисления азота плюс 5, тогда азот окислитель. Степень окисления идет на уменьшение. Степень окисления азота в молекуле аммиака минимальная, отрицательная и равна минус 3. Следовательно, аммиак в окислительно-восстановительных реакциях только восстановитель. Реакции аммиака без изменения степени окисления атома азота. Взаимодействие аммиака с водой. Обратите внимание на уравнение реакции. Аммиак плюс вода. Образуется NH4OH, гидроксид аммония, либо образуется аммиачная вода NH3, умноженная на H2O. Гидроксид аммония диссоциирует на ион аммония и гидроксид ион. Аммиак реагирует с водой, образуя гидрат аммония. 25% раствор – это аммиачная вода. Формула. 10% раствор – нашатырный спирт. Формула. Аммиак в водных растворах содержится в виде гидратированных молекул. Гидроксид аммония NH4OH проявляет все свойства щелочей. Он изменяет цвет индикатора. Реакции, протекающие без изменения степени окисления атома азота. Основные свойства аммиака. NH3 плюс H-хлор. В результате образуется хлорид аммония. Формула NH4-хлор. Связи, ковалентная полярная связь по донорно-акцепторному механизму. Аммиак реагирует с кислотами, с образованием кислых солей и средних солей. Например, NH3 плюс H2SO4 образуется NH4HSO4. Аммиак не в достатке. Образовался гидросульфат аммония. 2NH3 плюс H2SO4. В данном случае аммиак в избытке. Образуется NH4 дважды, SO4, сульфат аммония. Реакции, протекающие с изменением степени окисления атома азота. Реакции окисления. Аммиак в степени окисления минус 3 может повысить степень окисления до нуля, может повысить до плюс 2 в зависимости от условий. NH3 – сильный восстановитель. Обратите внимание на уравнение горения аммиака при недостатке кислорода. NH3 плюс O2
образуется N2 плюс H2O. Приведены также уравнения окислительно-восстановительного баланса. Каталитическое окисление аммиака протекает в достатке кислорода NH3 плюс O2, платина в качестве катализатора образуется NO плюс H2O. Обратите внимание на уравнение электронного баланса. Аммиак разлагается с образованием азота и водорода. Данная реакция обратимая. NH3 применяют в медицине и быту в синтезе солей аммония, в производстве удобрений, синтез азотной кислоты в холодильных установках. Соли аммония – соединение, состоящее из катиона аммония и анионов кислотного остатка. Получается при взаимодействии аммиака с кислотами. Соли аммония по свойствам похожи на соли натрия или калия. Они имеют ионное строение, твердые белые вещества, хорошо растворимые в воде. Свойства солей аммония. Соли аммония реагируют с кислотами, обратите внимание на уравнение реакции, реагируют со щелочами, солями и разлагаются. Перейдем к выполнению заданий. Задание первое. В результате термического разложения дихромата аммония получили газ, который пропустили над нагретым магнием. Образовавшееся вещество поместили в воду, образовавшийся при этом газ пропустили через такое же количество раствора серной кислоты. Напишите уравнение описанных реакций. Проверяем ответ. Первое уравнение – разложение дихромата аммония. Второе – уравнение взаимодействия магния с азотом. Далее – уравнение взаимодействия нитрида магния с водой. И последнее уравнение – взаимодействие аммиака с серной кислотой. Задание второе. Азот объемом 56 литров при нормальных условиях прореагировал с водородом. Массовая доля выхода аммиака составила 50%. Рассчитайте массу полученного аммиака. Запишем дано. Перейдем к решению. Рассчитаем количество вещества азота, взятого для реакции. Количество вещества находим по формуле объем, деленное на молярный объем. Количество вещества азота составляет 2,5 моль. Далее составляем уравнение реакции получения аммиака. Из уравнения следует, количество вещества азота равняется удвоенному количеству вещества аммиака. Количество вещества аммиака 2 умножить на 2,5 моль равняется 5 моль. Далее вычисляем теоретическую массу аммиака по уравнению реакции. Теоретическая масса аммиака составляет 85 грамм. Далее, учитывая выход продукта, рассчитываем практическую массу полученного аммиака. Практическая масса полученного аммиака равняется теоретическая масса полученного аммиака, мы умножаем на выход. Масса практического выхода аммиака равняется 42,5 граммов. Ответ 42,5 граммов. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы
объяснили низкую химическую активность азота на основе строения молекулы, составили уравнение реакций, характеризующих химические свойства газообразного аммиака и его водного раствора. Урок окончен. До свидания.